Гуроранукрахеннайвапуманапунапурнапрасантай. Гуроранукрахеннайвапуманапурнапрасантай. Гуроранукрахеннайвапуманапурнапрасантай. Дурлаба манусо жанмо дехи нам ихо дехишу. Татрапи дурлаба манне вайкунта прия даршанам. Гаурия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Парамахамса Джагадгуру сказал, мы находимся в этом материальном мире всего на пару дней. За очень короткий промежуток времени мы должны обрести благо, благодаря которому в следующей жизни мне не придется претерпевать те трудности, с которыми я столкнулся сейчас. Шрила Прабхупада также сказал, что человеческое рождение крайне редко. Помимо этого, оно дано нам всего на пару дней. Если мы неправильно используем отведенное нам время, кто знает, выпадет ли нам еще шанс. Если мы потратим даже долю секунды напрасно, может быть, именно в этот момент я оставлю тело, и в таком случае я не смогу обрести благо. Что означает тратить время? Означает отсутствие связи с Гуру и Бхагаваном. Авишрити, that is the most vital thing. Авишрити means there is no scope that I can forget. There is no scope that I can forget Bhagavan. Guru Vaishnava Bhagavan. No scope. I can forget Prabhupada. No scope. Мы не должны забывать, не забывать Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Для того, чтобы постоянно находиться в связи с Гуру, Вайшнавами и Бхагаваном, то есть именно это является целью бхаджана. И благодаря этому легко уйдут все анартхи и неблагоприятные качества. Благодаря памятованию о Гуру, Вайшнавах и Бхагаване. Шатта-шуддхи mean my real self there. There's contamination inside heart, so I like to get my real self in real form. И проявится мое истинное я. If I'm not going to reach that level, если же я не достигну уровня шуддха-саттвы при этой жизни, у меня будут большие проблемы. Мне придется рождаться вновь, опять идти на риски. Какое рождение я обрету? Что будет со мной? Нет никакой уверенности в том, что это будет действительно благоприятное рождение. В Расамрита Синду Рупа Госвамипад пишет многое об этом. Шрила Прабхупад говорил, что те, кто полностью посвятили себя лотосным стопам Садгуру, смогут достичь абсолютное благо в полном смысле этого слова. Но если мы частично предались, частично отдаем
мы не сможем обрести абсолютное благо. Кто такой настоящий Гаудия Вайшнав? Каково определение? Гаудия Вайшнав не считает, что бы то ни было в этом мире своим. Возможно, он очень образован, обладает богатствами. Возможно, у него много учеников. Возможно, он физически силен. Но подлинный Вайшнав, Гаудия Вайшнав, никогда не считает это своей собственной заслугой и не присваивает это себе. Он считает, что все, что у него есть, приходит из изначального источника. Он осознает, что все, что происходит, все, что моя проповедь, все осуществляется при помощи энергии, которая нисходит от Господа, от лотосных стоп Радхарани и Нитьянанды. Если человек принял прибежище садгуру, к примеру, такого как Прабхупад, внешне, хорошо, но встает вопрос, присваивает ли он что-то, принадлежащее ему в себе? По милости Гурупада Падмы можно достичь абсолютного покоя, когда уходит жжение из сердца, когда уходит пламя, и сердце обретает полное умиротворение. В действительности, с беспокойным сердцем рассказывать харикатху невозможно. Соответственно, невозможно помочь дживам. Без абсолютной гуру крипы невозможно по-настоящему совершать гуру севу. Под гуру севой подразумевается харикатха, написание статей, переводы. Если мы посмотрим на подлинного вайшнава, мы обнаружим, что он всегда счастлив, поскольку ему, у него нет никакого осквернения, он полностью чист. Когда есть нужда в чем-то, когда есть желание чего-то, приходит неудовлетворение, недовольство. Но вайшнав ничего не хочет, поэтому он вечно умиротворен. Гуру ничего не хочет от меня. Надо понимать, что даже когда Гурупад Падма наказывает, тем самым он проливает свою милость. Если Гурупад Падма наказывает меня, ругает меня, а я хочу отомстить ему за это не есть баджан. Сейчас мы находимся в плачевном состоянии. Ведь мы не готовы совершать служение, если наши корыстные интересы не удовлетворяются. Если Гурупад Падма не считает так, как считаю я, if Guru Padma is going to interfere,
Пока Гурупад Падма считает так же, как я готов следовать ему, но когда происходит обратное, я готов оставить его. Итак, все начинается с непослушания, с отступления от учения Гурудева, отступления от миссии Гуру. Это первый признак падшей души, того, кто не является преданным. Затем начинается соперничество. Если Гурупад Падма может это делать, то почему я не могу? Поэтому признаку мы можем точно так же отличить глупца от того, кто в действительности является Майявади. Он не осознает, что Гурупад Падма занимает абсолютную платформу. Он самосияющий. И, соответственно, он может делать то, что не могут делать обычные дживы. Это материальная концепция. То есть такой ученик смотрит на гуру с материальной точки зрения. И поэтому он пытается соперничать с ним. А затем открытая борьба с гуру. Третий пункт — это открытая борьба, открытое сражение с гуру. Это то, что происходит сейчас в обществе. Мы хотим прославлять Гуру Варгу. Прабхупад лично сказал, что те, кто пришли ко мне, были избраны Гауранга Махапрабху для того, чтобы исполнить служение. Так как мы можем говорить о том, что они не являются подлинными вайшнавами? Они бриллианты, они звезды на духовном небосклоне. Они настолько могущественны. Каждый из них могущественен. Могущественен настолько, что один такой вайшнав может сотрясти весь мир. К примеру, Госвами Махарадж, Кешава Госвами Махарадж. Если нет мацарья, если у меня нет мацарья, если нет зависти, я, естественно, буду прославлять мою Гуру Варгу. Если же зависть есть, я этого делать не смогу. Наротам Дас Такур пишет, что все качества, все негативные качества можно задействовать в Хари Баджане. Кроме одного — мацарьи. Если есть зависть, она полностью разрушает человека. Потому что мацарию можно сравнить с раком. Она полностью съедает человека. Поэтому Наротам Дас Такур не находит применения зависти в преданном служении. Pure Gaudiya Bhakta can be identified by this
Очень часто Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил: «Мой духовный брат Госвами Махарадж, Бона Госвами Махарадж». Потрясли весь мир. Он говорил так, потому что он не завидовал, у него не было зависти. Он прославлял их. К сожалению, из-за зависти приходит конец. Стандартом Гаудия Вайшнавизма. Прабхупад предсказал, что вы сжигаете свою удачу. Я наблюдаю ваше будущее. Вы поджигаете свою удачу, свое благополучие. Вы так разумны, как вороны. Вы сами сжигаете свое благополучие. Прабхупад хотел даровать всем нам благо. Всем тем, кто следует ему. Но бадхадживы не способны принять это благо из-за ложного эго. Итак, сегодня Вьяса Пуджа моего Гуру Пада Падме Шрилы Бхакти Саранга Госвами Махараджа. Вьяса Пуджа. Кто может ее совершать? Вы? Кто может совершать ее совершенным образом? Прабхупад объясняет, что майявади проводят очень роскошные вьяса-пуджи. С большим энтузиазмом тратят тысячи рупиев. Но их вьяса-пуджа — ничто иное, как лицемерие. На самом деле, каждый из них стремится организовать вьяса пуджу в свою честь. Поблизости жил вайшнав, который уже оставил тело. Он завещал: «После моей смерти сожгите мое тело». Как Шрила Гуру Кшардас Бабаджи Махарадж сказал: «После моей смерти мое тело привяжите к телеге и прокатите, протащите его по земле, по всей Святой Дхаме, а потом выбросьте в Гангу». Это невероятное смирение. Нам необходимо точное знание, чтобы понять, пользуясь которым, мы сможем понять, кто лицемер, а кто подлинный вайшнав. Пратишта — такая вещь, что мы хотим, даже после смерти, хотим, чтобы нас уважали и почитали. С внешней точки зрения я могу выглядеть как саду, но сердце полно грязи. Как это можно сравнить с раком или лепрой? До тех пор, пока вы... What position? If you have 100% love with Guru Vaishnava,
не обретете стопроцентную любовь гуру и вайшнавов, вы не сможете прославить их. Если у меня нет любви и привязанности к Госвами Махараджу, я не смогу прославить его. Максимум, что я смогу сделать, так это 10-15 минут рассказывать сухую философию. Но это не есть прославление. Точно так же, как если мое сердце свободно от зависти, если там нет мацари, я смогу прославлять Прабхупаду. Но не... Итак, майявади — лицемеры, поэтому их вьяса-пуджа не подлинна. Они выискивают недостатки в Гуру Падападме, в Ясадеве. Они указывают на ошибки в Ясадева. Если у них такое отношение к нему, то каков смысл во всей Гуру-пуджа, которую они проводят? Шанкарачарья открыто говорил, что Вьясадева тут совершил, в этом месте совершил ошибку. Так если я вижу, что мой гуру несовершенен, как я могу провести ему подлинную гуру-пуджу? Именно поэтому мы заключаем, что это гуру-пуджа не настоящая. Сегодня мы пытаемся провести подлинную вьяса-пуджу. Возможно, у нас нет сладостей, нет пира. Тем не менее, мы пытаемся сделать это через Харикатху, которая снизойдет с трансцендентного мира. Изначально его имя было Атул Кришна Бандхападхьяя. Атул Чандра. Атул Кришна. Атул Чандра Бандхападхьяя. Атул переводится, означает «тот, кто несравним, уникален, непревзойден». Он родился в Банкуре. Это область в Бенгалии. Он был из очень возвышенной семьи. Настолько возвышенной, что сам Прабхупад прославлял его за его происхождение. Прабхупад написал огромное большое письмо, в котором говорил, что Госвами Махарадж обладает несравненной преданностью и ученостью. Его познание, его гуру-сева несравненное. Впоследствии Шрила Прабхупад дал ему имя Бхакти Саранга Госвами Махарадж, когда он получил саньясу. Саранга означает пчела. Которая постоянно собирает мед с цветов. В первой главе Бхагаватам Шукадев Госвами рассказывает Харикатху, а Санакади Риши задает ему вопрос. Почему Парикшит Махарадж не убил Кали? Он мог сделать это
очень легко, и не было бы никаких проблем. Убил бы Кали, и конец всем проблемам. Шукадев Госвами ответил. Парикшит Махарадж не был обыкновенным человеком. Он Махабхагавата. Об этом говорится как минимум в трех местах Шримад Бхагаватам. Каковы признаки Махабхагавата? Их много. Парикшит Махарадж собирал пыльцу с цветов, собирал нектар с цветов, но не яд. Мы знаем, что в цветах содержится как нектар, так и яд. И существует насекомое, которое собирает именно яд. Но пчелы собирают лишь нектар. И те, кто приходит к гуру с неискренними намерениями, собирают яд. И поэтому их сердце полыхает пламенем зависти. Они должны бы получать нектар, получать мед. Но этого не происходит. Кришнадас Кавирадж Госвами пишет. Мы прославляем и поклоняемся тем, кто, как пчелы, летают вокруг лотосных стоп Гауранги Махапрабху и стремятся извлечь нектар. Всех спутников Гауранги можно сравнить с такими пчелами. Они находятся будто бы в пьяном дурмане. Те, кто напились амриты, подобные пьяницам. Мадхавендра Пурипад, Шанкар Бхагаван, их глаза полузакрыты, они находятся в таком состоянии, они не обращают внимания на окружающий мир и сосредоточены лишь на лотосных стопах Господа. В Бхагаватам сказано, что тот преданный, который выпил слишком много амриты, становится подобен пьянице. Они уже не могут говорить, толком говорить, сидеть, ходить.
В таком состоянии находился Мадхавендра Пурипат, Ишвар Пурипат, Гауранга Махапрабху и представители нашей Гуру Варги. Итак, Саранга — это тот, кто извлекает главное в Кали-юге. Помимо всего, в век Кали есть нечто главное. Это особое качество века Кали. Как говорит Шукадев Госвами, Кали полно несовершенств. Это век противоречий. Всюду сражения, ссоры. Посмотрите, как живут собаки, когда забегает одна собака на улицу, на которой живет другая собака, они начинают лаять друг на друга. И мы подобны таким собакам. Чистый преданный приходит, чтобы рассказывать харикатху, а я возмущен этим, почему вы приходите в то место, где проповедую я. Почему я должен терпеть ваше присутствие? К примеру, наш Сидданти Махарадж, по благословению Прабхупады, он смог опубликовать в своей харикатхе, он говорил, что мы подобны собакам, даже хуже. Мы как собаки сражаемся за выживание. Но для чего? Для чего мы ругаемся друг с другом? Мы же люди. Вы саду, вы себя представляете, вы всему миру представляете себя как саду. Но ваше поведение показывает полностью обратное. Это слова Шрилы Сидданти Махараджа. И собаки, вот эти самые собаки, смеются. Мы с собаками деремся за хлеб. Но каков смысл в вашей борьбе друг с другом? Это говорит о том, что наше положение хуже, чем положение собак. Саду безграничен, он не относится к какой-либо стране. Неправильно сказать, что Прабхупад интернационален. Он не принадлежит ни к стране, ни к организации. Но наше положение настолько падшее, что, зная, что перед нами чистый преданный, мы на этом разводим политику. Майявадская философия. Наслаждайся, бери от жизни все. Слышали о Чарваке? Человек по имени Чарвак. Он давал следующие наставления. Кто знает, что произойдет после смерти? Сожгут вас. Поэтому покупайте ги, нет у вас денег, тогда занимайте,
занимайте деньги любой ценой, получите это ги. То есть имеется в виду, что пока вы живы, надо брать от жизни все. Нужно наслаждаться. Нет у вас денег на наслаждение. Займите, кто... Неважно, что будет после вашей смерти. Кто будет отдавать эти деньги. Сейчас наслаждайтесь. Именно так мы живем. Мы на самом деле его ученики, ученики этого человека, потому что мы следуем его наставлениям, этим принципам, абсолютно материальным. Итак, Вьяса-пуджу не могут проводить майявади. Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж, подлинный Саранга, потому что он никогда не стремился отыскать яд в лотосных стопах гуру. То есть он не выискивал. Он подобен всем спутникам Чайтанья Махапрабху, которые вечно летали вокруг его лотосных стоп, чтобы пить нектар. Когда обыкновенная собака, уличная собака приходит в соприкосновение с пчелой, она может вдохнуть нектар, который насобирала пчела. То есть, другими словами, даже собака может насладиться нектаром лотосных стоп Гауранги Махапрабху при помощи пчелы. Это говорит о том, что даже какая-то собака лучше, чем я. Цветы и чандан были предложены лотосным стопам Господа Нарайны. И Чатуршан, когда перед ним предстал Бхагаван, вдохнул чандан, запах чандана с лотосных стоп Господа. То же самое являет Господь Чайтанья. Вдохнув аромат прасада, он стал как одурманенный. То же самое говорит Радхарани. На Радхаштаме я буду говорить об этом более подробно. То же самое говорит Радхарани. Как я могу жить, Лалита? Вишакха. Мои глаза хотят слышать Кришну. Мои глаза хотят смотреть на Него. Мой нос хочет вдыхать Его аромат. Руки хотят прикасаться к Нему. И все это одновременно. Это описано в Чайтанья Чаритамрите, но у нас нет времени ее читать. Мы заняты. Заняты Майей. Но время у нас есть для противодействия, для борьбы, когда один Махарадж борется с другим. Но Радхарани говорит, что одновременно все мои органы чувств разрывают меня, тянутся к Кришне. Я умираю.
Это невыносимо. Итак, даже дворовая собака может насладиться нектаром лотосных стоп читания Махапрабху благодаря пчеле, но мы не можем. Сейчас, совсем недавно, Прабхупад покинул этот мир, а мы уже все забыли, забыли его учение. И только сражаемся друг с другом. Я знаю, что многие не понимают меня, не понимают, что я делаю, что я говорю. Вчера я сказал, что если вы забросаете меня ботинками, тапками, я продолжу рассказывать Харикатху. Но оскорбление моей Гуру Варги я не стерплю. Нужно слушать очень внимательно, чтобы понимать контекст, почему я говорю ту или иную вещь. К примеру, Парвати хотела пойти на празднование свою семью, на свадьбу брата. Шанкар Бхагаван не хотел этого, поскольку отец Парвати был враждебно настроен по отношению к Шанкар Бхагавану. Он, Шанкар Бхагаван, знал, что будет в будущем, и понимал, что если Парвати пойдет туда, то ей придется оставить тело. Она умрет из-за этого. И точно так же Прабхупад видел прошлое, настоящее и будущее, но он молчал. Давным-давно Прабхупад знал, что будет происходить сейчас. И точно так же Бхактивинода Тхакур. В 1915 году он писал, описывал нынешнее состояние общества, будущее поколение. И что говорить о Бхактивинода Тхакуре? Я могу показать, как Джива Госвами предсказывал это. Дакша, отец Парвати, оскорбил Шивджи. Но она настаивала, она хотела, все равно хотела пойти к своей матери и отцу. И говорила, что я люблю свою мать, люблю Шанкар Бхагавана, но люблю и мать. Итак, мы не должны слушать критику в адрес вайшнавов. Если это произошло, мы должны оставить тело. Первое, говорится, что необходимо сделать, когда кто-то критикует вайшнава. Необходимо отрезать ему язык. Это говорит сама Деви. Если это невозможно, или второй вариант, можно немедленно оставить это место, покинуть это место. Ведь тот, кто слушает критику в адрес Гаудия Матха и преданных, отправится в ад. Это 100%, сидя на Висасане, я заявляю это. Даже он может ничего не говорить, просто слушает критику. Какие-то слова, на вроде Гаудия Матха бесполезен, бессмысленен и так далее. Итак, Деви говорит, либо покиньте это место, где вы услышали критику, либо вы должны оставить свое тело. Именно это
она и сделала. То есть это тот процесс, то, что предписано, что сказала нам сделать Деви, Парвати Деви. Это ее наставление. Оставить это место или оставить тело. Таким образом, даже те, кто получили общение с такими возвышенными саду, как Госвами Махарадж, как Шридхар Госвами Махарадж, лишь соприкоснулись с ними. Даже собака может получить возможность обрести лотосные стопы Гауранги. Итак, даже дворовая собака может получить, может насладиться нектаром лотосных стоп Гауранги. Вспомните собаку Шивананда Сены. Она достигла лотосных стоп Гауранги. До того, как получить саньясу, его звали Апракрита Прабху. Это имя также дал ему Прабхупад. И оно указывало на то, что он не материальный человек. Это указание на то, что он трансцендентен. Гуру и Вайшнава трансцендентные. Есть те, кто в этой жизни достигли, обрели возможность соприкоснуться с великими вайшнавами, но такие личности, как Госвами Махарадж, пришли с духовного мира. Они вечные спутники. И этому есть указание. That is the Isha special power of Guru Vaishnava Bhagavan. It is written for Bhagavan, Akive, but also it can apply for Guru Vaishnava. Etat Ishanam Ishasya, Prakritishto Opita Guni. Maybe Ramchandra can come in this material world, playing the role of human being. Ramachandra приходил в этот мир и играл роль обычного человека, Чайтанья Махапрабху и много тому примеров. Но что с того? Они не являются обычными людьми. Махапрабху говорит Санатане. Несмотря на то, что Бхагаван не сходит в этот материальный мир, он не перестает, не меняет свою трансцендентную природу, он Апракрита.
in the Kurukshetra battlefield, you know, arrow, you know, Krishna. Когда Джагай ударил Нитянанду, у него пошла кровь. Это всего лишь спектакль. Итак, то, что Прабхупад дал имя Шри Саранги Госвами Махараджа Пракрита Прабху, говорит о том, что он подчеркивал его трансцендентную природу. Несмотря на то, что гуру и вайшнава не сходят в этот мир, у них нет никакой связи с ним. Может быть, с внешней точки зрения и кажется, что они якобы страдают, претерпевают трудности, но это не что иное, как игры. Ведь Бхагаватам сказано, что у гуру вайшнав и Бхагавана нет никакой связи с Майей. Майя не касается их. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж с внешней точки зрения выглядел как очень бедный саду. Казалось, что у него совершенно нет денег. И так оно и было с внешней точки зрения. Или Шрила Сидхар Госвами Махарадж являл лилу болезни. А Наротам Дас Такур вообще проявил лилу, будто бы его парализовало. Но если мы не поверим гуру и вайшнавам, если мы усомнимся в них, кто знает, что с нами произойдет в следующей жизни? Может быть, мы родимся в Африке, а может быть, еще где-то. Мы идем на огромные риски, но это глупо. Ведь сейчас у нас в руках драгоценная возможность, золотой шанс. Мы не должны идти ни на какие компромиссы до своего последнего вздоха. Абсолют есть абсолют. Тот, кто не принимает обычную правду, мирскую правду, если они лгут, как можно ожидать, что они примут истину абсолютную? Если они готовы лгать, чтобы защитить свои интересы, свои незначительные интересы, уверяют, что это моя библиотека, мой храм. Так как же можно ожидать, что они примут абсолютную истину? Абсолютная истина не дешевка. Это не дешевка, до которой можно дотянуться и сорвать. Для того, чтобы ее обрести, необходимо прибегнуть к помощи чистых преданных, принять их прибежище. Ну как понять? Кто может с точностью сказать, что Шрила Сидхар Госвами Махарадж и другие представители нашей Гуру Варги довольны мной? Но важен тот факт, что если вы не обретете стопроцентной милости Гуру и Вайшнавов, вы не сможете переварить, вы не сможете осознать шастры. Всю Сиддханту шастр. Можно изучить много шастр. Есть деньги, можно купить книги. Но это не говорит о том, что вы сможете обрести сознание. Ведь осознание обретается лишь благодаря благословениям Гуру Варги. Они благословят тогда, когда будут довольны нами. Immediately.
Итак, без милости чистых преданных невозможно усвоить, переварить шастры. Гуру невозможно подкупить. Он трансцендентен. Тот, кто обрел Гуру Крипу, по деяниям того, кто обрел Гуру Крипу, можно понять, что он действительно ее получил. В действительности это осознают лишь подлинный ученик и сам гуру. То есть если гуру наделяет своего ученика милостью, это может осознать лишь сам ученик. Третьего в этой цепи не существует. И, конечно же, этот ученик не будет заявлять, что «я получил милость гуру». Он будет хранить это в тайне. Ведь когда мы получаем какое-то богатство, мы стремимся спрятать его от глаз, от посторонних глаз. Если вы получаете участок земли в подарок или каким-то образом, вы же не будете об этом печатать в газете. Или если вы обнаружили клад, вы же не будете на телевидении об этом заявлять. Итак, тот, кто по-настоящему обрел милость гуру, не будет кричать об этом. Если даже не будут упоминать его имя в списке учеников этого гуру, он не будет протестовать. Мадхавендра Пурипат не хотел Лабхи, Пуджи, Пратиштхи. И точно так же Госвами Махарадж не хотел ее. Итак, если гуру наделяет своего ученика милостью, подлинной милостью, это можно понять по деяниям ученика. Сколько любви было у Госвами Махараджа к своему духовному учителю, к своему гуру Падападме, к Шриле Прабхупаде. Это можно было увидеть по его делам. Он был вынужден жениться. Видя страдания матери, его отец Саранги Госвами Махараджа ушел. Он работал на железной дороге. Его директор был очень доволен успехами на работе, на службе. Он встретился с Прабхупадой на станции, пригласил в свой дом, устроил большой пир. Прабхупад рассказывал Харикатху, а затем он решил посвятить всю свою жизнь Шриле Прабхупаде. Когда Госвами Махарадж прибыл в читание Матха, он увидел, что идет стройка, но не было денег. И после того, как рабочий день Госвами Махараджа подходил к концу, он
собирал уголь для строительства храма. Госвами Махарадж был очень располагающим к себе личностью. Саранга Госвами Махарадж, после того, как он выдал замуж свою дочь, взял жену и все, что у него было, пришел к Прабхупаде и сказал: «Все, что у меня есть, я прихожу, то есть я пришел к тебе, предаюсь тебе». Он обладал глубокими познаниями языков, знал санскрит, английский, очень хорошо знал английский. Так что профессора из Оксфорда были впечатлены его знанием английского. Знал хинди, бенгали. И так он по желанию Прабхупады начал проповедовать. Апракрита Прабу и Хайгрив Брамачари. Проповедовали и собирали пожертвования. И тем самым покрывали расходы Чайтанья Матха. Прабхупад был очень доволен Госвами Махараджем, потому что, помимо всего, он редактировал Чайтанья Патрику. Бхагавата Патрику. Они были главной поддержкой финансовых расходов Матха. Госвами Махарадж собирал пожертвования для парикрамы. Все, что было необходимо для проведения парикрамы, количество дала, риса, все это он обеспечивал. О его совершенной гуру-севе можно рассказывать часами. Помимо всего, он устраивал духовные выставки. Он, Хайгрива, Брамачари, Рамананда Прабу, впоследствии Шивачидар Госвами Махарадж, являлись одними из ведущих проповедников и тех, кто собирал пожертвования для Чайтанья Матха. В то время еще не было рекордеров, и невозможно было сделать аудиозаписи Харикатхи. К сожалению, у нас нет возможности послушать голос Прабхупады. Я хотел послушать голос Кешава Госвами Махараджа, но они не дали мне кассеты. Я хотел получить их и реставрировать, но они не позволили взять мне их. Они хотят, чтобы все это пропало, это демоническое настроение. Я обещал, что если вы дадите мне 5-10 кассет, я их исправлю, я их улучшу, отреставрирую и затем верну, но они не дали мне эти кассеты. Итак, в Аллахабаде проводили духовные выставки и впоследствии открыли храм.
Благодаря усилиям Саранги Госвами Махараджа был открыт храм в Наймишаране. Он совершал неслыханное количество служения. Однажды он вечером он вернулся к Прабхупаде после целого дня служения, увидел, как Прабхупад очень строг, очень зол, напряжен. Саранга Госвами Махарадж ни с кем не разговаривает. Саранга Госвами Махарадж спросил, в чем дело, Прабхупад? Почему вы сегодня так в таком расположении духа? Я прежде вас таким никогда не видел. Прабхупад сказал, что говорить? Недавно приходили полицейские. Они начали спорить со мной, и я потратил на них 2-3 часа своего времени. Я потратил 2-3 часа времени впустую. Я хотел провозгласить славу Чайтанья Махапрабху, но они не готовы были слушать ее. Они спорили, а потом ушли. И Госвами Махарадж спросил, как звали того, кто приходил. Прабхупад назвал его имя, и Госвами Махарадж не сказал больше ни слова. Он напрямую пошел в дом этого человека. Он пришел туда и начал кричать, спускайся, спускайся, вы совершили огромную ошибку. Вы не понимаете, кто такой Бхакти Сиддханта Сарасвати. Вы не представляете, что с вами будет из этого. Он схватил этого человека и привел к Прабхупаде. Тот приложил поклоны, сел. Итак, то, что не мог сделать Прабхупад, могли делают его слуги. То, что не может сделать господин, делает его собака. Поэтому Бхактивинода Такур и называл себя собакой своего господа. Амитот Такур, ты мой господин, а я твой пес. Госвами Махарадж совершенно не интересовался пратиштхой. Прабхупад послал его на проповедь в западные страны. Там он развернул широкую проповедь. И проповедовал так, что по сей день никто не может повторить подобное, потому что его благословил на это сам Прабхупад. Он является одним из драгоценностей Гаудия Матха. Такой личностью, с кем никто не может сравниться. У Бхана Госвами Махараджа есть книга. Есть одна книга, которую, если вы почитаете, вы увидите, насколько удивителен его язык. Это не какая-то дешевая харикатха. Вайшнава можно распознать, наблюдая за его харикатха, слушая его харикатху. Вы увидите, насколько она тяжела, то есть насколько она глубока. Каждое слово, произнесенное такой личностью, обладает глубинным значением. У нас очень мало времени, чтобы говорить о незначительных вещах. У нас есть время лишь говорить о самом главном.
Нет времени объяснять людям, вот следуйте экадышам, поститься хорошо. Нет времени для какой-то подготовительной проповеди. Надо говорить, четко говорить, открывать сокровища, которые принесли в этот мир. Бона Госвами Махарадж, Госвами Махарадж и так далее. Когда в Германии люди сказали, что не готовы слушать харикатху на английском, Шрила Бона Госвами Махарадж выучил немецкий язык за полгода и начал проповедовать. И благодаря ему появился Садхананда Прабху. И одного Садхананду Прабху нельзя сравнить с крором нынешних преданных. Так помните, я рассказывал, Адвайта Гасай сказал, если ты, сказал Харидас Такору, если ты примешь прасад в моем доме, это даже не сравнится с крором браманов, которых я мог бы накормить. Точно так же Садхананду Прабху нельзя сравнить с тысячами преданных нашего времени. Настолько возвышен он. Так как же можно забывать его, не обращать на него внимания? И каждая строка в том, что он писал, разжигает огонь в моем сердце. Можем ли мы писать так же, как писал Шрила Сридхар Госвами Махарадж? Критиковать легко, но сделать что-то подобное. Итак, Госвами Махарадж с энтузиазмом проповедовал в западных странах, постоянно памятуя о Прабхупаде, держа лотосные стопы Прабхупады в своем сердце. Однажды в Англии ему сказали: люди, слушатели, можете показать своего Бхагавана? И Госвами Махарадж сказал: приходите завтра, я вам покажу. Адокша Дживасту. Потом он подумал, как я в действительности могу показать. Вроде бы пообещала, как показать. У них веры нет. В этой стране у людей нет веры. Тогда утром Бона Госвами Махарадж чистил зубы нимом, веткой нимового дерева. И между тем на улице он увидел божество под деревом нима. И там было божество Адокшаджи. Увидев его, он расплакался. Он отбросил эту палку, принял омовение и обнял это божество. Он понял, что Бхагаван предстал перед ним, пришел к нему. И преданные, которые требовали, чтобы тот показал им Господа, то есть он показал это божество. Когда Госвами Махарадж сошел с самолета. Есть такая фотография, что Госвами Махарадж сходит с самолета, в руках держит божество. В Мумбаи он приземлился, и я видел эту фотографию. Госвами Махарадж, Сридхар Госвами Махарадж. Сридхар Госвами Махарадж, был такой случай, что не нужно было никаких мантр произносить, просто Сридхар Госвами Махарадж поместил гирлянду на божество, и тем самым божество уже, Бхагаван уже проявился в этом божестве, чтобы принять гирлянду от своего преданного. High level.
Госвами Махарадж рассказывал очень возвышенную харикатху. Он проповедовал в Оксфорде, Кембридже и так далее. Рассказывать харикатху на не очень высоком уровне легко. Рассказывать о неблагочестивом общении и так далее. Все это не так сложно. Но он проповедовал о высших стандартах. Мы знаем, как проповедовал Прабхупад. Мы знаем о стандартах Прабхупады. То есть Прабхупад говорил, что если какие-то так называемые почетные члены общества привлекутся Гаудия вайшнавизмом, остальные массы, народные массы, также потянутся за ними. Поэтому Прабхупад старался проповедовать среди элиты. Он знал, что если в их сердце будет заложен Сиддханта Вичар, если в их сердцах проснется бхакти, тогда они поделятся им с другими. Наш, к примеру, Бхакти Вивек Бхарати, Госвами Махарадж, проповедовал большим массам. Санта Госвами Махарадж. Они проповедовали среди обычных людей. Но Госвами Махарадж и Бон Госвами Махарадж проповедовали. Их проповедь была настолько на высоком уровне, что если даже мы сейчас почитаем, то это будет сложно для нас понять. А Саднанда Госвами Махарадж, допустим, одно его единственное письмо, если вы почитаете, вам будет сложно понять, о чем идет речь, потому что очень возвышенный язык. Возвышенный уровень. В настоящий момент трудно найти преданного, который поймет глубинное значение того, что писал Садхананда Прабху. Люди заняты дешевыми вещами. Итак, Прабхупад был очень доволен проповедью Госвами Махараджа. В то время наш Бон Госвами Махарадж, Госвами Махарадж не располагали деньгами. Представьте, прежде чем поехать в Европу, Бон Госвами Махарадж ни копейки не брал от Прабхупады, у Прабхупады. Но ему же нужно было как-то приобрести билет на перелет. Но он, то есть он ничего никогда не брал у Прабхупады. Но при этом он никогда не говорил, что я всего добился сам, Прабхупад мне ничего не давал. Ничего не брал у Прабхупады. То есть он не хвалился этим. Однажды, во время его проповеди, деньги закончились абсолютно. Но он получил банковский чек. Он пришел в банк, обратился к менеджеру. Но тот сказал, для того, чтобы обналичить чек, мне необходимо какое-то удостоверение, ваше удостоверение. Я не могу выдать вам деньги без подтверждения вашей личности. Госвами Махарадж пытался объяснить ему, что я прибыл с Индии, из Гаудия миссии. Но этого недостаточно, говорил менеджер. Госвами Махарадж озадачился, что делать.
Но внезапно он увидел газету на столе этого менеджера. И там было изображение Госвами Махараджа еще за день до этого, еще вчера он давал харикатху, и эта фотография была сделана там. Тогда он показал, это я. О, правда. Позвоните тем, кто устраивал это харикатху, и получите подтверждение. И менеджер с почтением отнесся к Госвами Махараджу и выдал ему деньги. Можно соперничать, сражаться с вайшнавами, но вы увидите, что вы окажетесь в океане страданий из-за этого. Мы не можем как-то исправить вайшнава, указывать на его недостатки, поскольку они находятся под руководством Господа. Госвами Махарадж сталкивался с огромным количеством проблем, но это не влияло на него, потому что он находился в постоянной связи с Прабхупадой. После того, как Прабхупад покинул этот мир, он начал уединенный баджан. В Нандаграме я также там был, также там какое-то время провел. Там огромное дерево, возможно, ему... ...200 лет или больше. И там под ним совершал баджан Госвами Махарадж. И совсем недавно туда приехал, его спилили, это дерево. Я стал ругаться с ними и сказал, что «Что вы сделали, глупцы, негодяи? Госвами Махарадж совершал здесь баджан, а вы срубили дерево». Это... демонический ум, от демонического ума такой можно сделать. Хирани Кашипу, к примеру, знал очень хорошо всю сиддханту, но это не говорит о том, что он великий преданный. Прабхупад говорит, те, кто не получили одобрение от Рупы Госвами, Сваруп Госая, не могут быть приняты как подлинные. Точно так же я могу сказать, что те, кто не получили одобрение от Прабхупады, не могут считаться подлинными проповедниками. О чем их харикатха? О Прабхупаде? Госвами Махарадж начал уединенный баджан, но Хайгрив Брамачари был не согласен с этим. Он сказал, ты должен проповедовать. Госвами Махарадж сказал, я могу построить небольшой храм и там совершать баджан. Нет, нет, сказал Мадхва Госвами Махарадж. Я не позволю тебе построить храм маленький, и ты должен построить большой, большой храм. Но кто будет о всем этом заботиться, сказал Госвами Махарадж. Я, сказал Мадхва Госвами Махарадж. Вот это есть Мадхва Госвами Махарадж, тот, у кого абсолютно нет зависти. Когда кто-то из его духовных братьев заболевал или даже был при смерти, он приглашал их в свой матх и заботился о них.
Так как можно критиковать таких возвышенных вайшнавов? Земля расколется надвое, если услышат дурные слова в их адрес. Итак, был в конце концов построен храм на месте встречи Гор Нитьянанды. Нандан Ачарья Бхаван. Это то место, куда Нитьянанда впервые пришел. Встретился с Махапрабху. Махапрабху сказал, великая личность сейчас прибудет сюда, и все преданные отправились на поиски. Махапрабху сказал, что во сне я увидел, что великая личность придет сегодня, и всю Навадвипу прочесали преданные, но так и не нашли. И потом в Нитянан, в этом месте они обнаружили Нитянанду. Именно там, где сейчас расположен храм Госвами Махараджа. Как мы видим, великие преданные не строят огромных храмов. Например, Бон Госвами Махарадж. Очень маленькие баджан-кутиры он строил. В Калькутте у Госвами Махараджа было очень маленькое какое-то съемное помещение. Очень маленькие храмики строили вайшнавы. Госвами Махарадж хотел проповедовать. Его храмы есть в Индрапрастхе, в Дели, в нескольких местах. Я посещал те места. Недавно я встретил управляющего храмом Госвами Махараджа и очень жестко сказал ему: «Зачем вы сражаетесь друг с другом?» Во Вриндаване, на Имритале, то есть на Имритале вот это место было открыто Госвами Махараджем. В следующий раз я поподробнее расскажу об этих местах. Я расскажу о том, как он установил там храм во Вриндаване и на Имритале. Его проповеднический стиль, его любовь, его полное предание лотосным стопам Прабхупады. На 100% он был предан. Если открыть сердце Госвами Махараджа, мы обнаружим, что там нет места ни для чего, помимо Прабхупады. И не для кого. Мы молим о прощении Госвами Махараджа и его милости.